Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу «Молитвенные стражи». Присоединяйтесь к международной ходатайственной молитве, пропитывайтесь Божьим присутствием и принимайте послание от Папы. Благословенного всем прослушивания! Послание от Папы. Принимает и читает Анна Семенова. Ваш дом – это место мира и покоя. Это приятный, комфортный, уютный мирок, где есть все для восстановления многих. Вы создаете атмосферу принятия ценностей и значимости каждой личности. В вашем присутствии люди ощущают себя способными на великие вещи. Вы умеете вдохновлять и поддерживать друг друга. Вы можете нести ответ на нужду людей, просто приглашая их в ваш дом. В сердце вашей семьи, становясь для них друзьями, отцами и матерями, через которых сам Иисус заботится и отвечает на их запросы души. Через это вы становитесь для них дверью в мое царство. Я привел в вашу жизнь детей, чтобы те правила, которые могли раньше работать, теперь перестали. Так как я хочу научить вас жить не в рамках закона и правил, а в силе благодати, которая несет и распространяет жизнь везде, куда вы ее принесете, через свои действия, слова и даже мысли. Мой мир даю вам, мой исцеляющий мир несите в каждую сферу общества. Мои дети так нуждаются в любви, а не в законах и правилах. Вы те, кто сможете явить эту любовь не словом, а делом. Многие, смотря на то, что вы будете строить свою семью, смогут исцелить и свои взаимоотношения в семьях. Каждый погрузится в твое присутствие, будет обнят твоей любовью, и пусть твои ангелы поклоняются и служат сегодня нам вместе с тобой. Аминь. Хорошо и приятно жить, братья, вместе. Как хорошо и приятно жить, братья, вместе. Как хорошо жить, братья, вместе. Вместе. Как хорошо,
Собраться вместе, как хорошо, всем нам собраться вместе. Как хорошо, всем нам собраться вместе. Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана. Иисус жив вовеки, Он живой, Он живой. Аллилуйя, Иисус живой. Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана. Иисус жив вовеки, Он живой, Он живой. Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Совершенную победу и свободу дал нам Он. Воскресший Божий Агнец, Он живой, Он живой. Альфа и Омега, начало и конец. Совершенную победу и свободу дал нам Он. Воскресший Божий Агнец, Он живой, Он живой. Аллилуйя, Иисус живой. Смерть побеждена, нам жизнь вечная дана. Начало и конец, совершенную победу и свободу дал нам Он. Воскресший Божий Агнец, Он живой, Он живой. Аллилуйя, аллилуйя. Веселятся небеса, веселятся небеса. Море вошумит, и все, что в нем. Море вошумит, и во благо Господь. Море вошумит, и все, что в нем. Веселятся небеса, веселятся небеса. Царствует вовек Господь, возрадуется вся земля. Господь, море расшумит, и все, что в нем. Море расшумит, и во благо Господь. Море расшумит, и все, что в нем. Море расшумит, и во благо Господь. Море расшумит, и все, что в нем. Мы поклонимся Богу в дух.
которую ты отдал за меня. Ты отдал за каждого, кто сегодня здесь находится. Ты обменял свою жизнь на нашу, на мою. Ты обменял свою праведность на мою греховность. Ты сделал меня праведным. Не по закону, не по делам, не потому, что я этого заслужила, а потому, что ты захотел подарить мне прощение. Подарить прощение за вчерашние грехи, за сегодняшние, за завтрашние. Иисус, спасибо тебе за то, что ты знаешь всю мою жизнь наперед. И ты знаешь, к чему ты хочешь ее привести. И каждый, кто сегодня здесь находится, ты знаешь наши жизни. Каждый, кто нас слышит и будет смотреть, ты знаешь их жизни. Ты знаешь наперед, ты знаешь, зачем ты рождал. Ты знаешь, к чему ты ведешь, для чего ты творил. У тебя есть судьба, у тебя есть призвание, у тебя есть смысл для наших жизней. И все, что сегодня удерживает нас от того, чтобы пойти в это призвание, все, что мешает нам состояться в нем, ты отталкиваешь, убираешь. И приходишь со своими объятиями и вырываешь нас из ада, вырываешь наши души из переживаний, из тревог, из забот, которые не ты на нас положил. Ты вытаскиваешь нас из суеты, ты вытаскиваешь нас из усталости, ты вытаскиваешь нас из боли, ты вытаскиваешь нас из жизни, которая как существование. Ты вытаскиваешь нас из жизни должников. Ты вытаскиваешь нас из жизни, когда мы делаем просто потому, что должны, а не потому, что хотим. И ты приносишь свое оправдание, свою жизнь, свое наслаждение, свою радость, свой мир, свой елей, свою целостность, свое процветание. Мы сидим за этим царским пиршественным столом, который ты перед нами накрыл, и вкушаем твою любовь. Вкушаем твою жизнь от того хлеба, который ты сегодня для нас стал. Ты наш хлеб. Ты наше вино радости. Только ты можешь утолить ту жажду, которая есть в нашем сердце. Только ты можешь занять ту пустоту, которая в нем есть. Ни друзья, ни работа, ни хобби, ни семья. Ничто не может заменить тебя, ни деньги, ни развлечения. Иисус, в нашем сердце по-прежнему есть дыра в размер тебя. И мы нуждаемся в том, чтобы ты закрыл ее. Мы нуждаемся в том, чтобы ты стал нашим пластырем, чтобы ты стал нашим покрывалом, чтобы ты стал нашими объятиями, чтобы ты стал тем, в ком мы нуждаемся, Иисус. Мы нуждаемся в твоей поддержке сегодня. Мы нуждаемся в твоем плече. Мы нуждаемся в твоей заботе. Мы нуждаемся в тебе, Иисус, во всем, что есть внутри тебя. Мы без тебя слабые. Мы без тебя нищие. Мы без тебя нагие. Мы без тебя хромые. Мы без тебя ничто. Но ты делаешь нас способными идти вперед. Ты ведешь своих героев сегодня. Ты ведешь своих героев сегодня, ты идешь впереди нас. А мы держим тебя за руку. Мы держим тебя за руку. Убежденные в твоей любви. Убежденные в твоем прощении. Убежденные в твоей благости и милости к нам сегодня. К нам, к нашим семьям, к нашей стране, к этому миру в целом, Иисус. Твоя благость... Пусть прибудет. Твое совершенство пусть прибудет. Твоя сила и слава пусть приходит на это место, Иисус. Головой и плыву по реке,
это Божья река, это Божья любовь, и она так крепка, пролила свою кровь, Бог ревнует меня, его ревность, огонь, стрелы страсти летят. Враг небесу не тронь, любовь больше всего, небо тушит ее, небольшая вода, ни река, ни ружье, ни ее не купить, ни ее не продать, любовь в сердце. Благодать, благодать, я люблю тебя, Бог, я люблю тебя, Царь, и кладу я себя пред тобой на алтарь, наслаждаюсь тобой, ты мой сын. Драгоценная кровь, благодать, благодать, драгоценная сердце положу, у ног твоих слова любви скажу, у ног твоих вся сила моя, у ног твоих поистине счастлив. Вся сила моя у ног твоих.
Стал. Мы тихой
дом чертоги твои. Отец, прими своего Отец, эта земля, она зовет тебя. Отец, Россия зовет тебя. Услышь голос церкви твоей. Услышь, Отец, голос невесты твоей. Голубицы, которая так была долго скрыта в этой стране, под покровом утеса. И вот она услышала твой голос, Отец. Пусть в этой земле церковь твоя станет тем столпом и тем утверждением истины, которым ты определил ей быть. Поэтому, Отец, мы здесь, Боже, чтобы покаяться, когда истина, она была в поругании, Отче, когда вражда и распри в церквях могли иметь место. У тебя единая церковь по земле, единый Отец. Есть поместные церкви, но она одна, голубица твоя, чистая, Отец. Прости, Отец, что от вожделений внутри дети твои могли осуждать, дети твои могли враждовать и могут до сих пор. Прости, Отец, за всякие распри, прости за злобу, прости за суд, прости за ненависть друг к другу. А ты сказал, потому знают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, Отец. Поэтому мы сегодня молимся, чтобы любовь, она поднялась в твоей церкви, в твоей голубице, в твоей возлюбленной, в твоей прекрасной по всей земле, и голос возлюбленный слышен, голос горницы твоей слышен, драгоценный, услышь этот голос, наполненный твоей любовью, этот голос, который несет твой свет в народы, о, который несет жизнь, который несет любовь, который соединяет, а не разделяет, который врагов поворачивает лицом друг к другу и дает им объятия, объятия света, объятия жизни, объятия твоего принятия, как ты принял нас, да мы принимаем, Отец, друг другу. Поэтому прими покаяние, Отец, и подними, 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 поставь этот столб на земле, твердый, утвержденный, который на твоем камне, на твоей скале, Отче. Слава тебе, спасибо тебе, потому что ты сказал, проси у меня. Мы хотим сегодня соединиться, соединиться в духе народом твоим на всей земле и просить земли, и просить народы, просить, чтобы победа твоя, она пришла в места, где плач, она пришла в места, где стон, чтобы твоя любовь, она растопила сердца и обратила вновь к тебе, потому что ты, Отец, ты Творец, ты Создатель, ты Аба, Отче, благодарим Тебя, что время милости над этой землею, что светильник России Ты восстанавливаешь. Ты восстанавливаешь, чтобы он горел весело. Поэтому собирай Твой народ, который будет в праведности, Боже, в мире, который будет в радости предстоять пред лицом Твоим. Отец, пусть сила Твоего креста придет на народы. И мы благодарим Тебя, драгоценный, что Россия, она поставлена пред Тобой. Услышь ее голос через наши голоса. Услышь голос этой земли, Отче. Веди ее в то место, где ей должно быть. Веди ее в то призвание, в котором она должна идти. Мы благодарим Тебя,
что зима уже прошла. Благодарим Тебя, что время пения в стороне нашей. Спасибо Тебе. И выходит Россия, Отец. Даже если она была в этих пеленах смертных, выходит, выходит драгоценный. Мы верим в это. И мы говорим, что она выходит и выводит многих, кто рядом, и помогает, и поддерживает, Отец, и ободряет. О, благодарим Тебя за силу ученичества в Твоей церкви, когда любовь Твоя, она поднимается. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Святый. И пусть такие же чувствования, как в Тебе, людях, будут в нас. Поэтому мы сейчас молимся, Отец, за тех, кто сейчас оказался в эпицентре каких-то событий. Может быть, очень тяжелых, сложных. В эпицентре военных событий, Отец. Там, где были стоны. Мы сейчас заступаемся за людей. Мы просим о Твоей милости, о Твоей помощи. В Твоем направлении это время, когда Твоя благодать к покаянию, она разливается по планете, Отец. И мы ходатайствуем, Отец, чтобы каждый был помилован, чтобы никто не ушел с этой земли, не познав имя Твое святое, Иисус Христос. Оно начертано над Россией. И мы сегодня из города Санкт-Петербурга, из этого города святого апостола Петра, транслируем это имя. И пусть оно звучит. Пусть оно звучит над городами, над странами. И пусть всех собирает, собирает под главенство Иисуса Христа. Спасибо Тебе, любимый. Поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе. И воздаем Тебе всю честь и славу во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Иисус царствует, Иисус царствует, Он на троне, и вся власть у Него. Иисус на троне, Он царь, вся власть дана Ему, все торжествует. Христос прошел сквозь мрак и тьму, держит все в руке своей. Бог богов и царь царей, искупитель всех людей. Иисус на троне, Иисус на троне. Он царь, вся власть дана Ему, все торжествует. Христос прошел сквозь прах и тьму, держит все в руке своей. Бог богов и царь царей, искупитель всех людей. Иисус на троне. Он искупил тебя от смерти, освободил от суеты. На крест вознес твои болезни, теперь навек свободен ты. Его рука освобождает, Он царь царей, сомнения прочь. Иисус дает свои решения, Иисус готов тебе помочь. Иисус на троне, Он царь, вся власть дана Ему, все торжествует. Христос прошел сквозь мрак и тьму, держит все в руке своей. Бог богов и царь царей, искупитель всех людей. Иисус на троне, Иисус на троне. Он царь, вся власть дана Ему, все торжествует. Христос прошел сквозь мрак и тьму, держит все в руке своей. Бог богов и царь царей, искупитель всех людей. Иисус на троне. Бывает время искушений, когда вокруг темно низги. Среди мучительных сомнений кричишь бессилие, помоги. Приходит помощь, избавление, небесный свет, сомнения прочь. Иисус дает свои решения, Иисус готов тебе помочь. Иисус на троне, Он царь, вся власть дана Ему, все торжествует. Христос прошел сквозь прах и тьму, держит все в руке своей. Бог богов и царь царей, искупитель всех людей. Иисус на троне, Иисус на троне. Он царь, вся власть дана Ему, все торжествует. Христос прошел сквозь мрак и тьму, держит все в руке своей. Бог богов и царь царей, искупитель всех людей. Иисус на троне. Аллилуйя. Воздадим славу Господу. Утвердим победу. И сейчас мы с вами также пропоем 149-й псалом.
вместе утвердим победу. Мы знаем, те события, которые сейчас происходят в мире, требуют утверждения, да, и шафарами, и нашими рукоплесканиями, и пропеваниями псалмов, библейских текстов. И сейчас мы с вами утвердим, что Господь нам дал власть связывать демонические силы. Написано, что свяжете здесь, да, своими руками, то будет связано на небесах. И что разрешите, то будет разрешено на небесах. То, что мы разрешим здесь, будет разрешено на небесах. Поэтому Господь дал нам власть заключать царей в узы и вельмож в оковы железные, производить над ними суд писанный. Чести я всем святым. Вот это слово мы сейчас утвердим. Давайте. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем. Сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами на тимпане и гуслях. Да поют Ему, да торжествуют святые во славе. Да торжествуют святые во славе. Да торжествуют святые во славе. Да радуются на ложах своих. Да торжествуют святые во славе. Да торжествуют святые во славе. Да торжествуют святые во славе. Да радуются на ложах своих. И торжествуют, и радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтоб совершать учение над народами и наказание над племенами, и заключать царей их в узы. Заключать царей их в узы, заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы. Заключать царей их в узы, заключать царей их в узы, заключать царей. Заключать царей их в узы, заключать царей их в узы, заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы. Заключать царей их в узы, заключать царей их в узы, заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы. Заключаем, заключать царей их в узы, заключать царей их в узы, заключать царей их в узы. И вельмож, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Поэтому сейчас, когда вы поете эти слова, вы должны это петь с осознанием, что вы связываете. Представьте,
Представьте, что вы связываете. Представьте, что вы накидываете сеть на те демонические планы, которые сейчас ополчились против человечества. Во имя Иисуса Христа, вы когда поете, вы должны это представлять. Вы должны это видеть. Вы должны понимать, как вы связываете. Что будет связано на небесах. А что вы разрешите здесь на земле, будет разрешено на небесах. Поэтому пойте с этим осознанием прямо сейчас. Заключать царей их вузы, заключать царей их вузы, заключать царей их вузы и вельмож их в оковы, заключать царей их вузы, заключать царей их вузы, заключать царей их вузы и вельмож их в оковы. Да торжествуют, да торжествуют святые во славе, да торжествуют святые во славе, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах, да торжествуют святые во славе, да торжествуют святые во славе, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Помните это слово, что цари воинств бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы знали, как голубица, перья, которые покрыты серебром и чистым золотом. Поэтому во имя Иисуса Христа, почему вы на ложах радуетесь? Потому что даже оставаясь дома, когда вы не можете как бы повлиять на ситуацию, но вы молитесь, вы делаете пророческие акты, вы прославляете Бога, и тем самым вы заключаете царей в узы. И вы делите эту добычу, как сидящий дома, даже если вы не можете выйти, даже если вы молитесь сейчас в своих домах, то вы делаете это великое дело, и ваши крылья духовные покрываются этим серебром, этим золотом, и наградой, которая ждет вас на небесах. Слава тебе, Господь! Да радуются святые во славе! Да радуются на ложах своих! Потому что мы заключаем царей в узы! Заключать царей их в узы! Заключать царей их в узы! Заключать царей их в узы! И вельмож их в оковы! Заключать царей их в узы! Заключать царей их в узы, заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы. Заключаем, заключаем царей их в узы, заключаем царей их в узы, заключаем царей их в узы. Духовных царей, вельмож их в оковы, нечистые демонические князья, которые провоцируют различные катаклизмы и бедствия. Во имя Иисуса Христа, вот их мы заключаем. Во имя Иисуса. Заключаем царей. Мы связываем их. Мы не разрешаем быть этому на земле. Тому, что препятствует пробуждению. Тому, что препятствует раскрытию Божьей славы. Эту церковь на передовую этого мира. Во имя Иисуса Христа. Заключаем царей в узы, заключаем царей их в узы, и вельмож их в оковы, заключаем царей их в узы, заключаем царей их в узы, заключаем царей их в узы, и вельмож их в оковы. Производим над ними суд, суд Божий, честь сия. Происходит во имя Иисуса Христа. И сейчас, как Божью армию, мы хотели вас пригласить.